Скажи, пожалуйста, для того, чтобы ребятам, молодому подрастающему поколению дойти до такого звездного уровня, как ты, как часто надо, как усердно тренироваться, что ты им посоветуешь, пожелаешь? Да. Два раза в день, три раза в день, каждый день. Как надо тренироваться, чтобы достигать больших результатов? Ну, в любом деле нужно тренироваться, неважно, в спорте, там, в каком-то своем занятии, там, в сфере любой. Это нужно трудиться, трудиться. Я всегда говорил, что без труда и не получится никакого результата. Без труда, трудолюбия, усердия, там, терпение – одно из главных качеств вот, достижения цели. Но именно какого-то графика я не знаю. Ну, приблизительно. Ну, я, по крайней мере, ты я тренируюсь каждый день. Да, каждый день тренируюсь по 3, бывает даже по больше часов. Одна тренировка, да. Ну, когда не готовлюсь. Когда готовлюсь, по 2 тренировки в день. Поэтому как бы, все с тренером это прорабатывается, с командой. И это уже должно тебя окружать команда, которая тебя направляет правильно. Ну, то есть говорит, какие-то задачи ставит перед тобой, которые ты должен выполнять. А молодежи хочу пожелать, наверное, ну, только вот трудолюбие, чтобы стремились, достигали свои цели. И ни в коем случае, вот сейчас смотрю, молодые ребята, да, расстраиваются, там, плачут. Да, я так хотел спросить. Да, потому что, ну, конечно, все мы через это проходили. Я там плакал, когда это проигрывал. Я одно время, что вообще проигрывал одному и тому же сопернику, но доходил до одного этапа. Там на первенство России я проигрывал 3 одному и тому же сопернику, 3 подряд. И меня наоборот это как-то стимулировало. Я тренировался, приходил еще больше, и мне это наоборот хотелось доказать, что я все-таки лучше. И хочу пожелать вот ребятам тоже, да, чтобы они не опускали руки ни в коем случае, потому что ну, это все впереди, они всего лишь. Я знаю, мне 31 год, и я знаю, что у меня еще все впереди. А ребятам, которые там по 10 там, и меньше лет, и у них еще вся жизнь впереди, они еще достигнут столько всего, поэтому только не опускать руки, идти вперед, достигать своей цели, и все получится. Извини за нескромный вопрос, это интересующих многих спортсменов. Можно ли благодаря спортивной карьере зарабатывать на жизнь? Конечно, сейчас спорт вышел на новый уровень. Буквально 10 лет назад такого не было. Потому что многие ребята у нас занимались, да, очень талантливые, перспективные, там, чемпионы мира. Но не было возможностей именно таких. Ну, конечно, еще способствует для развития, для результата это спонсирование, то есть поддержка спонсорская, потому что без нее, ну, на данном этапе, на данное время никуда вообще. Ну, а что заработать спортом, это, безусловно, сейчас можно. Сейчас платят очень хорошие деньги, хватит тебе на жизнь, накопить на квартиру, на машину. Главное, показывать хорошие результаты и ну, не опускать руки, стремиться.